Творцу идет любви. Поэтому единственный инструмент исцеления, божественный инструмент исцеления, это безусловная любовь. То есть что такое безусловная любовь? Это чувство, обитающее в пятом измерении. Она исцеляет. Она трансформирует низковибрационные энергии, травмы, боль, страхи. Она включает в себя безусловное прощение и безусловное принятие. И без этих критериев безусловная любовь невозможна. Если вы, к примеру, занимаетесь духовными практиками, наверняка у вас были моменты, когда вы испытывали это чувство. Когда вы чувствовали свою связь с Духом, ощущали себя единым целым со всеми людьми во Вселенной. И этим ощущением сопутствует расширение сознания. И сердце как бы изливается, вот этот вот мощнейший поток энергии. И вы чувствуете, что за что бы вы ни взялись, вам все по плечу.